Верхневолжье стало победителем 14-го международного туристического кинофестиваля. Фильм «Ад» в номинации «Лучший рекламный фильм города». Победу Тверскому региону обеспечил видеоролик «Государева дорога», созданный Министерством туризма Тверской области. Международный туристический кинофестиваль проходил в Варшаве. Участие в нем приняли представители 50 стран мира. В этом году жюри конкурса возглавил польский режиссер, обладатель премии «Оскар» Збигнев Жмуцкий. Ролик, снятый в поддержку маршрута «Государева дорога» с участием двукратных чемпионов по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой, уже неоднократно становился победителем престижных конкурсов в сфере туристического кино «Дивы России», «Дивы Евразии», «Привет, Россия», «Родина моя».